На торгах Сотбис в Женеве во вторник был установлен мировой рекорд по цене цветного драгоценного камня. 25 миллион франков. Sold. Этот бирманский рубин цвета голубиной крови, так говорят эксперты, был продан на аукционе за 30 миллионов и 300 тысяч долларов. Как и у многих исключительных драгоценностей, у него есть имя – «Утренняя заря». Вес рубина более 25 каратов, так что за каждые 0,2 грамма счастливый владелец заплатил почти по миллиону долларов. Его последняя цена в 3 раза выше предыдущего мирового рекорда, установленного в прошлом ноябре рубином «Граф». Этот и по размеру превышает «Граф» 3 раза, так что рекордной стала не только сумма покупки – более 30 миллионов долларов, но также и стоимость 1 карата. Он стал самым дорогим цветным драгоценным камнем в мире. За 16 миллионов ушел с молотка розовый бриллиант из коллекции Матильды Бонапарт, племянницы Наполеона, весом почти 9 каратов. На торгах в Женеве было продано 453 лота. Их общая стоимость составила более 160 миллионов долларов.